сентябре 2014 года мы отправились в велопутешествие по Германии. Мы – это папа Сережа, дочка Олеся и мама Катя. С собой мы взяли 2 велосипеда, велорюкзак, велокресло для Олеси и 2 небольших рюкзака на спину для самых необходимых вещей. Первый день мы жили в пригороде Кёльна в городе Тройсдорф. Смешанные у нас чувства по поводу этого города. Вроде все ухожено и красиво, но не та Германия, которую мы себе представляли. Здесь русские ребята на районе, братки. Странный контингент людей в этом городе. Много лиц кавказской национальности. Да ладно, не так уж и много. Я вообще не ожидала здесь увидеть. Здесь очень много женщин в локах. Итак, что будет дальше с нами? Каждый день мы будем крутить педали. Часть пути вдоль реки Рейн. Вторую часть вдоль реки Мозель. В день мы будем наматывать примерно от 20 до 60 километров. Проехали в общей сложности около 300 километров от города Кёльн до города Трир. Конечно, для велотуризма это немного, но не забывайте, что мы путешествуем с маленьким ребенком.